Привет всем барабанам и барабанессам. Обязательно подписывайтесь на канал, ставьте сразу лайк под видео, пишите в комментариях, какие тарелки такого типа Белл вы используете. Сегодня будет офигительный обзор, очень короткий, на два Белла. Первый Белл — это Zil Belл на 6 дюймов. Второй Белл — это легендарный Mainl Classics High Belл на 8 дюймов. Приступим. Что у нас сегодня? У нас сегодня обзорчик на Беллы. На самом деле я его снимаю сразу после обзора, там типа объясняю про хай-хэт. У нас два Белла, их еще бы третий. Ну, третий потом как-нибудь, не судьба пока. Короче, у нас здесь подклеенный такой Белл. Ну, я, наверное, это все отклею сейчас. Как вы видите, это у нас тут малярный скотч, который почти не оставляет следов, но все же оставляет. Барабанщики подклеивают тарелки, чтобы убрать сустейн. То есть хвост. Лишний гудеж. Вот такой у нас Белл, прикольный. Есть еще Classic с Custom Белл, но они покрасивее, потому что там Brilliant прям покрытие. Они такие гладенькие-гладенькие, но чуть-чуть подешевле, но тоже очень круто. Вот, и у меня сосед-барабанщик Дадил Семенцов говорит, что это один из лучших Беллов. Ну, в принципе, когда по нему стукну, будет все понятно. На самом деле очень балдежно звучит. Если не сравнивать его с другими Беллами, то может показаться, что он какой-то странный, не такой, но он реально убирает многие Беллы. Вот, это у меня 8-дюймовый High Bell, там есть еще Medium и, короче, еще есть разные вариации. Это High Bell. И купил я его чувака, который завязывал с барабанами очень-очень давно. Потом я его продал, а потом, когда увидел опять его в продаже, я опять его обратно купил, потому что он слишком хорош. Сейчас мы по нему стукнем. Я думаю, такой Белл должен быть в арсенале у любого хардкорщика, дедкорщика, металлиста, блэк-металлиста и так далее. Короче, чувака, который любит экстремальный драминг и всякий слэминг и так далее и тому подобное. Вы можете услышать этот Белл на многих записях современных всяких тяжелых групп, типа Pale Face. И да, я думаю, если вы следите за барабанщиками всяких этих групп, то вы знаете. Ну, просто вот этот звук, его сложно не узнать. Просто там все эти места, где эти Беллы используются, особенно всякие прокачи, брейкдауны, ямы, там прям этот звук, он просто будет сниться вам ночью, если вы много раз послушаете песню. Вот, и потом балдежно то, что вы можете сесть, взять его, поставить и так ударить и послушать еще раз вживую. Это был Белл Mainl Classics на 8 дюймов, High Bell, то есть высокий. Еще у нас есть сегодня Zil Belл в наличии 6-дюймовый. Я его купил совсем недавно у барабанщика группы Такой Макар. Кстати, прикольная группа. Если кому интересно, смотрите, слушайте, подписывайтесь. Он сказал, что когда-то давно он играл пост-хардкор, и у него остался этот Zil Belл. Поэтому этот Zil Belл оказался в моих руках таким нехитрым образом. Как вы видите, он 6-дюймовый. У него есть чашечка, но вот этот край очень маленький. Можно сказать, его нет. Вот. На самом деле, когда я его покупал, я почему-то думал именно о том, что Zil Belл, Zil Belл, Zil Belл. Но надо было мне, на самом деле, купить Zil Belл побольше дюймажом. Вот, но я купил 6-дюймовый. И поэтому сейчас есть возможность сравнить именно такой Белл с этим. Сейчас мы послушаем. Малиновый звон. Возможно, этот Белл используется в каких-то ресторанах или на ресепшенах, гостиницах. Вот. Но я думаю, что вы сами понимаете, что когда есть вот этот Белл, то он убирает этот Белл. Но их можно использовать, попробовать в пачке. То есть, если у вас их есть несколько, и вы можете играть. Тогда получается уже очень интересно, и может быть, и вашей музыке это пригодится. Сейчас бы мне надо было поставить.
очень интересная деталь. У нас есть Белл, и если он у нас не закручен, или, допустим, у вас тарелка не звучит, вы бьете вот по ней и услышите такой звук. Вам кажется слабенько. А теперь слушайте, я сейчас буду закручивать и бить. Офигенно, офигенно. Ну, типа, у нее есть частота, и мы заставили с помощью закручивания вот этого барашка, как бы вот этот резонанс подняли немножко по громкости. И теперь вот он, закрученный по самому помидору звучит так, я сейчас тарелку тут приглушу. Раскрученный. Думаю, разница всем очевидна. И вы понимаете, зачем нужно закручивать тарелки, в том числе тарелки хай-хетов. Белл очень толстая тарелка, поэтому ее можно закручивать и не бояться, потому что, ну, она очень долго прослужит, и типа, зато она так будет очень круто звучать. Я думаю, так будет работать с почти всеми Беллами, да, ну, в общем, со всеми тарелками. Не будет характер звука меняться от того, насколько сильно вы будете их поджимать. Вот там. Ну, короче, я думаю, тут объяснять уже ничего не надо, вы сами все слышали. А отмотайте назад, еще раз послушайте, будете приятно удивлены. Вот. Но, типа, вот этот Белл на 6 дюймов, я все-таки хотел бы Белл не на 6 дюймов, а побольше. Хотя бы на 7,5, но лучше на 8, а еще лучше на 9, чтобы была прям такая поющая чаша, так скажем. Ну, в общем, на этом мы и закончим. Пиши в комментариях, какой Белл тебе понравился больше, какие Беллы ты используешь или какие хочешь использовать. Если знаешь какие-нибудь Беллы российских производителей, тоже обязательно отметь это в комментариях. Обязательно скинь это видео своему другу-металлисту, который не знает, какой Белл купить. И подписывайся на Funky Driver, на уроки игры барабан в Челябинске. Обязательно записывайся ко мне на урок, чтобы я решил твои барабанные проблемы, чтобы с твоими руками все было хорошо, чтобы у тебя ноги не отваливались, колени, чтобы у тебя там мениск не рвался, когда играешь очень быстро и неправильно. И тогда будет у тебя успех, счастье, женщины и все остальное прилагающееся. Но это не точно. Если ты еще не подписался, обязательно подпишись на этот канал и не отписывайся, потому что дофига отписываться. Пиши в комментариях, какие видео ты хочешь еще видеть, потому что это очень важно. Возможно, что я что-то могу снять, но я еще про это не подумал. Спасибо, пока-пока.